Союз нерушимый. Впервые в наступившем 2019 году звучит именно эта музыка, представляющая программу «Союз нерушимый» на 101.0. Здравствуйте, добрый день. Вас приветствует Азиз Агаев. И Владимир Сметанин. Вот, здравствуйте, да, всем. Наконец-то представилась возможность поздравить Азиз Алиевич и вас, и всех наших слушателей. И слушателей программы «Союз нерушимый» с наступившим Новым годом. Да. Да. Ну и сегодня еще одно событие, и завтра, да, для православных. Это крещение, крещенский сочельник. И в первую очередь хочу православную часть наших слушателей, да, поздравить с этим. Я думаю, что ко мне присоединится наш гость Василий Песцов, священник храма Серафима Саровского, заведующий кафедрой богословских дисциплин Вятского духовного училища. Отец Василий, добрый день. Добрый Вас день. Вас тоже поздравляем. Взаимно, да, поздравляю и с прошедшими праздниками, и с Рождеством Христом, с наступившим уже, и с наступающим праздником Крещения Господня. Спасибо большое. Ну, мы продолжаем наш путь, нашу ответственную, я бы сказал, миссию. Даже, наши, да? Поиски. Наши поиски, да. Отец Василий не единственный, кто будет у нас сегодня в студии присутствовать. Мы с большим нетерпением ждем и имама мечети города Кирова, Нурислама Хаджи Касимова. Вот подчеркиваю еще раз уникальность нашей передачи, когда у нас в студии присутствует и православный батюшка, да, и имам мечети нашего города. И мы сегодня продолжим разбираться в очень ключевых вещах нашего существования, да, Азиз Алиевич? Ну, я бы сказал, что, наверное, один из самых ключевых. Один из самых ключевых. Мы сегодня будем обсуждать вопрос страшного суда, учитывая, что тему мы назвали сегодня очень интересно. Конец света в понимании православия и ислама. Угу. И, конечно, каждый, видимо, будет говорить так, как в Писаниях написано, вот, отец Василий, конец света в православии, как конец времен озвучивается и описывается, да? Безусловно, да. Я вас поддержу с тем, что это действительно очень важная тема в миропонимании каждого христианина. И действительно, как вы правильно ответили, конец света, потому и называется так, как конец света, потому что конец всяческого существования того, к чему мы сейчас привыкли, конец этой земли в таком виде, как мы ее привыкли воспринимать, конец нашего существования, как мы его привыкли воспринимать, но начало новой земли, нового существования. Mm-hmm. Начало новой жизни. И действительно, конец света, понятие о конце времен в православии связано с тремя наиболее важными аспектами. Это, конечно же, второе пришествие в мир Господа Иисуса Христа. Это понятие о всеобщем воскресении всего человеческого рода. И, наконец, понятие, о чем вы уже упомянули, о страшном суде. Вот. И я предлагаю, собственно говоря, начать с обсуждения как раз первого, да, из аспектов. Хотел бы еще, отец Василий, попросить пояснить все-таки, какой термин он все-таки в православии используется. Мы же по-разному это называем, да, обычные люди. Конец света, там, апокалипсис, как еще там? Ну, наверное, в обычном названии все говорят о конце света, конец, но, наверное, света в религии именно не как конец, да, света, да, больше озвучивается. Там, вот это именно в православии. Да, это больше такое обиходное, да, выражение. На самом деле и то, и другое, и третье всегда используется. Имеет право, да, на, да, можно встретить указания на конец времен, конец света, конец всего сущего. Вот. Ну, а наиболее такое близкое к православной догматике понимание, это, конечно, второе пришествие Господа Иисуса Христа. Ну вот, отец Василий, второе пришествие, вот зачем Иисус придет на землю второй раз? Первый раз Христос приходит в образе раба, сделавшись нам, подобным нам человеком, и по виду став как человек, как говорит послание апостола Павла. А во второй раз он уже придет во всем величии и славе своего божества.
Вот я. Как сын Божий непосредственно, да? Да, Ипполит Римский говорит: «В Писании показаны два явления Господа и Спасителя нашего. Одно первое, которое было почти бесславным, по причине уничижения его, а другое его явление будет во славе, когда он придет с небес с силою ангелов и славою Отче». Вот. Придет он один? Конечно. То есть для людей он явится для того, чтобы совершить всеобщее воскресение и страшный суд, где каждый получит по делам своей жизни. Предлагаю продолжить разбираться в терминах. Что такое всеобщее воскресение? Всеобщее воскресение – это указание на то, понимание в христианском вероучении, что все мы в этот момент воскреснем в наших телах. То есть, что это значит? Смотрите, многие, допустим, даже древнегреческие учения, философы говорили о том, что наше тело смертно, ну, это мы все прекрасно знаем, наша душа бессмертна, в этом мы тоже искренне убеждены. Да, все верующие. Да. И вот христианство, основываясь на словах Христа, говорит о том, что во время второго воскресения воскреснут не только души, то есть которые живут вечно, да, а воскреснут они в наших телах. Мы не знаем точно, каким будет это тело. Дело в том, что... Священное Писание не дает нам ответа на этот да, вопрос. Да, на этот вопрос точного ответа не дает. Но есть определенные такие внешние признаки, которые давали святым отцам говорить о том, что вполне возможно, что тело, в котором мы воскреснем, будет похоже на то тело, в котором воскрес Христос после своего воскресения. Если мы вспомним Священное Писание, то после воскресения из мертвых он приходит к апостолам. Да, в том же самом... Но маленькая особенность. Да. Они его не узнают. Значит, это тело как-то существенно отличалось. Они сразу его не узнают. Его не узнает сразу Мария Магдалина. Его не узнают апостолы. Но при этом он называет ее по имени, и она сразу же его узнает. Он преломляет перед апостолами хлеб, и они его узнают. Вот таким вот образом. То есть, действительно, оно будет как-то существенно отличаться. Так. И при этом, например, если мы тоже посмотрим в Евангелии, на теле Христа оставались раны от его распятия. Когда апостолу Филиппу он говорит: «Вот я воскресший, возьми руку свою и вложи в раны мои, чтобы быть уверен, что я воскресший, и не будь неверным, но верным». Вот. Таким образом, мы можем говорить о том, что да, мы воскреснем. Но вопрос в том, для чего мы воскреснем. Потому что страшный суд, где откроются все дела человека, где будет совершен нелицеприятный суд от Господа, покажет, в какой перспективе мы проведем вечность. Не проведем, а будем проводить вечность. Вечность. Да, и вечность – это может быть либо вечное блаженство с Богом, райское блаженство, да, либо отсутствие общения с Богом, пребывание в собственном грехе, пребывание в адских мучениях. Но все это, согласно учению Церкви, произойдет в наших телах, с нашими душами и с нашими телами. Именно поэтому я завершу мысль для христианина, почему я сказал, что это очень важный аспект христианского миропонимания. Конец нашей жизни, той, которую мы ее знаем сейчас, происходит не у нашего гроба, когда нас родственники хоронят, да, а как раз в момент страшного суда. Почему? Потому что вот тебя похоронили, вот ты закончил свой путь своей жизни, и у тебя еще остается время
когда за тебя будут молиться твои родные, будет молиться церковь. Когда то будут есть, поминать тебя. Там. Да. Угу, то угу. есть твои грехи, какие-то грехи тебе могут быть прощены Богом, основываясь на искренней молитве твоих родственников. Угу. Да, то есть за их желание молиться о тебе. Вот. И, соответственно, по итогам вот всего вот этого существования уже на страшном суде произойдет момент, когда Господь даст тебе то решение, которое уже никак и ни в чем не может быть изменено в вечности. Вот что такое страшный суд. Именно поэтому, именно страшный суд, то есть второе пришествие Спасителя. А когда произойдет? То есть обжалование уже не подлежит. В этом, наверное, его страшность как бы и... Потому он страшный. Потому он и страшный. Угу. Ну, хорошо, а такой как бы вот дилетантский вопрос. А сейчас-то где вот, ну, человек умер, душа его как бы переселилась, а сейчас-то он до страшного суда, где это она находится, эта душа? А также в раю или в аду. А потом вернется, чтобы уже потом в вечность пребывать. Да. Новое небо и новая земля, как говорится в Апокалипсисе. Понятно. И сразу еще один такой вопрос, наверное, так сказать. Ну вот кто-то умирает там в 20 лет, кто-то там в 50, а кто-то... Кто-то в 100, 100 с лишним. 8, да, да. Угу. Не дай бог. Угу. А они в телах... Каких вернуться? Вот. А воскрешение, вы говорите, да? Может быть, женщины хотят вернуться в телах не 50 или не 60-летние, как бы, а 18-летние. Несколько моложе, да. В той, которой на фотографии, да? В той, которая там, да. На фотографии, в которых они, может, замуж выходили. Мы не знаем. Женской красоты, да? Мы это не знаем. Церковь нам не говорит об этом. То есть нигде об этом в писаниях там в писаниях об этом нет, конечно, да. В Писании есть интересная отсылка, то есть, когда Христу подходят саддукеи и говорят, приводят пример, что вот была женщина, которая была замужем сначала за одним братом, потом после его смерти по закону вышла за второго, и потом аналогично за третьего, за четвертого, за пятого, за шестого, за седьмого. И вот когда они все умрут, и женщина в конце концов умрет, после воскресения мертвых, чья жена она будет из этих семи братьев? Да, очень серьезный вопрос. И Христос-то ответил на это. Он сказал, что в Царстве Небесном нету замужества, нет. Это будет новое ангельское существование, где нету законов нашего бытия. Mm-hmm. Поэтому мы и до конца и не знаем, в каком теле мы воскреснем. Единственное, что вот у Исаака Сирина есть такой отрывок, готовясь к передачи, я на него наткнулся, он мне показался очень интересным. Исаак Сирин говорит, что... Это богослов? Да, это один из знаменитых богослов церкви. Он говорит, что, возможно, так как для человека, можно сказать, венцом его жизни является расцвет его сил, вот, как Христос является в 33 года, да, вот, то как раз в воскресение произойдет в возрасте, тело будет в возрасте максимального развития, максимального расцвета сил человека. Вот. Он говорит, даже приводит такой пример, даже младенец, который был, умер в чреве матери, вот, скорее всего, будет воскрешен уже и будет иметь тело взрослого человека. И он в Царстве Небесном, приняв это тело, восстанет и узнает свою мать. Вот такое мнение есть одного из знаменитых богословов. Ну, то есть хоть какие-то как бы есть ответы примерно в каком виде мы можем быть воскрешены. Да, опять же, тема страшного суда, тема конца мира, она обладает двумя очень важными особенностями. С одной стороны, она предполагает, даже не особенностями, а опасностями. С одной стороны, надо не впасть в опасность и сказать, что мы ничего не знаем об этом моменте, а с другой стороны, не впасть в опасность и не сказать, что вот точно именно так и будет. Да, я точно знаю, чего тут будет, да, я договорился, у меня уже есть телеграмма, именно. Значит, в том числе и о дате. Да? Ну, именно в этом и сложно. Да, поприветствуем. Ассаламу алейкум, Нурислам Хаджи. Ва алейкум ассалям, ва рахматуллах.
Имам мечети города Кирова с нами. Добрый день. Добрый день. Вот, коллеги мы друг друга называем, да? Да. Коллеги да, друг друга да, называем. Василий Песов, напоминаю, священник храма Серафима Саровского, заведующий кафедрой богословских дисциплин Вятского духовного училища. Вот такая у нас сегодня, ну, прям очень серьезная тема. Ну, мы уже поговорили, да, что вот какие признаки, значит, в православии, конца... Ну, мы не о признаках, скорее, мы о самом понятии. О самом понятии, да, откуда там, это, о трех, это значит, как бы, да, составляющих, да, скажем, да, этого понятия, да. И почему-то мне кажется, что есть очень много совпадений, значит, в трактовке конца света с исламом. Угу. Конечно же, есть. Да. Потому что монотеистические религии берут свое начало от одного Бога, который одинаково, а тема конца света относится к науке акида, науке вероубеждения, которые убеждение каждого верующего о том, что наступит конец света, оно обязательно. Вот как раз я отца Василия спрашивал, а сам факт того, что это будет, он не подвергается сомнению, да? Несомненно. Да, да, несомненно. Да, да. То есть и православие, и ислам, это они говорят о том, что это будет. Обязательная вера. Да. Вот. Да. Ислам говорит, будет конец света, и оно обязательно. Никуда как бы от этого... Конечно. То есть стране остаться, конечно, во время конца света никому, конечно, не удастся. Конечно, если мы знаем, мы не просто убеждены, мы 100% знаем, что Всевышний Господь, который все создал и все уничтожит, единственный, кто имеет атрибуты, то есть качество безначальности и бесконечности. Все, кроме него, следовательно, имеет качество когда-то закончиться. Вот. Естественно, по предопределению, по приказу Всевышнего. И о чем он никому не сообщил. Это великая тайна для всех, для пророков, для посланников. То есть нигде, ни в каких хадисах, ничего по этому поводу, как бы, когда это будет, какой даты. В Коране же сказано, и они спрашивают тебя, то есть, о, пророк, к тебе подходят, тебя спрашивают, о часе, о конце света. Скажи им, что знание о нем только у Всевышнего Аллаха. Все. Ни у кого нет этого знания. Это великая тайна. И зачем нам это знать? Если мы будем знать, что вот как нас пугает, допустим, 1 февраля, конец света. Да, да. Нас с отцом Василием тоже, да, тут, говорили, да, обсуждали. Тема очень спекулятивная. И что будет? Да. А что, что будет? Да ничего не будет. 1 февраля. Раз нам сказали, значит, будет. Как раз сегодня я рассказывал прихожанам о конце света. Тема очень важная. Почему? Она подстегивает каждого из верующих людей спешить засвидетельствовать свою веру в своем сердце, свою веру перед Богом и вершить добрые дела. Потому что надо приготовить багаж. Угу. Ведь конец света – это что, прекращение существования всего. Следующее же будет что? Великий суд. Великий суд не будет по отдельности. Он будет для всех сразу. Угу. Будет воссоздана новая земля, площадка, махшар называется, на которой будут установлены весы мизан. Они наподобие аптекарских. В правую чашку будут хорошие дела в виде свитков записанных, в левую чашку грехи. Так надо готовиться. То есть там не граммами измерять будут, я так понимаю? Мы не знаем точно. Мы можем предполагать, что это будет записанное дело. Каждое дело будет записано, ведь Аллах говорит: «Стаиз билляхи, фама яамаль мисколя дарротин хайройера, фама яамаль мисколя дарротин шарройера». То, что вы сделаете на вес пылинки, это даже не пылинка, это 1/70 часть макового зернышка. Аллах говорит, вы увидите это. И что на вес дарра сделаете плохого, вы увидите это. Ну, надо же готовиться. Надо не просто найти свою веру, но и стараться вот общество вокруг себя делать так, чтобы мало ли кто кому пригодится. Угу.
ты маленько помог, маленько улыбнулся, доброе слово сказал соседу. Этот сосед засвидетельствует судный день, вот эта маленькая бумажечка будет, брошена тебе в правую чашку, может, она тебя и спасет. Захаджа, а вот я слышал, что в исламской традиции говорят, что ангелы все записывают. Да. И плохие, и хорошие дела. Ну, у каждого на правом пути. В какой момент? В момент, когда ты совершаешь эти действия. Да. То есть сразу вот по факту сделанного они фиксируют. На правом плече ангел Ракибы по-арабски, на левом ангел Атиды. На правом сидит он, хорошие дела пишет, на левом плохие дела пишет. Но... А договориться с ними нельзя? Чем ты их подкупишь? Чтобы левый не писал, а правый писал. А у них между собой есть такая история, рассказывается в одном из преданий пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, мир ему и благословение Аллаха. Он говорит, что ангел на левом плече, Атид, только собирается записать твой грех, ангел с правого плеча говорит ему, ты погоди маленько. Погоди, может исправиться, да? Да, может быть, он исправится. Какое-то время дается. Мы не можем сказать 7 часов, 7 дней, еще как-то. Точного не указано. Но вот это время есть. Надо спешить. То есть это вот та совесть, которая говорит, слушай, что-то ты тут иди-ка извинись быстренько и там поправь там дела, да? Совесть – это вера. Ну, я понимаю, но вот эта ситуация, когда ты вроде как сделал чего-то плохое, да. И внутри тебя начинает, слушай, иди быстрее, поправь там. Как раз вы же словами пророка говорите практически, только на русском языке. Он же сказал, грех – это то, что терзает твое сердце. Отец Василий, в православии... Так же ангелы записывают. Нет, я имею в виду вот точно так же. Вот осознание неизбежности конца, оно тоже православных должно подстегивать... успеть делать добрые дела, хорошие поступки. Так конечно, можно понимать, конечно. Да? Да. А, мы уже говорили о том, что указывали на то, что время этого события нам неизбежно, угу. Неизвестно. Но понимание того, что оно будет, оно для нас несомненно. И вот если вспомнить слова Евангелия, причем это Евангелие, что интересно, читается на отпевании. Mm-hmm. То есть на том момент, когда вот гроб с человеком принесли в храм, стоят рядом родственники, молятся за него. И вот читаются слова, где Христос сам говорит, «Истинно, истинно говорю вам, наступает время, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут». «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскрешение суда». Воскрешение осуждения. Вот. То есть этот момент ясно определяет, что то, какие дела ты делал в своей жизни, соответственно, определяет твою вечную участь. И где это записано, какие дела ты делал? Где это записано? Извините, что я так метафизически задаю вам, как человек, вопросы, как не вы как бухгалтерка пошутите. Опять же, в Священном Писании этого нет. А что делать? Есть ряд преданий, есть ряд литературы святых, которые говорят о прохождении человеком после смерти так называемых мытарств. Где ангелы представляют доказательства, там, я не помню, речь идет о свитках или нет, эти но... же ангелы. Вот, ангелы, борясь с дьяволами за душу, за вечную жизнь души, представляют доказательства добрых дел человека, а дьявол
и бесы упирают на те... Показывают весь негатив. Падшие показывают, да. И при этом в пользу, так сказать, в плюс человеку также могут быть идти еще и молитвы за него родственников. То есть они тоже сладутся на весы вот этих вот добрых дел. Что Нурислам хочет? Нурислам кипятейку удит наш человек. Потому что у нас есть наш в смысле здесь, в студии, в программе «Союз нерушимый», да, мы имеем в виду. Знаете, я когда в никах читаю людям, вот приходит девушка русская, допустим, я ее спрашиваю, ты мусульманка? Она говорит, нет. Например, говорит, я христианка. Я начинаю спрашивать ее, потому что есть условия для христианки, для дозволения ее вступить в брак с мусульманином, есть некоторые условия по ее убеждениям. Начинаю спрашивать, пытать, и в результате она оказывается с теми же самыми канонами веры, как у нас. То есть верует в Бога? Да, у отца Василия практически те же самые каноны. Я повторюсь, в студии программы «Союз нерушимый». Не смущать отца Василия. Да, но все-таки можно говорить, что у нас есть определенно понятно, что данное понимание было характерно для всего человеческого рода, чаще всего независимо от его... Да, вот даже от вероисповедания. Потому что даже язычники тоже в какой-то момент многие понимали неизбежность вечной жизни, неизбежность, да, того, что человеку предстоит ответить за свои дела. Вот. И поэтому в этом, конечно, есть единство для многих религий. Но, конечно же, очень... Но в том числе есть единство в понимании, что такое добрые дела и что такое злые дела. Да, абсолютно верно. Да. Вот. Ну, вот, так, нам нужно сделать паузу, я прошу прощения, у нас реклама, середина часа подошла. Не дает понимать, после чего все-таки время поджимает, к признакам хотелось бы перейти, да? Мы еще подробно об этом не поговорили, хотя вот отец Василий, в частности, обозначил, но вот о признаках конца. Вопрос гласа еще. То есть вот отец Василий сказал, что... Исрафил, ангел. Через полторы минуты. Через полторы. Союз нерушимый. Продолжаем наш разговор. Очень сложная тема. Конец света в понимании православных мусульман. Наши гости — священник Василий Песцов, священник храма Серафима Саровского, заведующий кафедрой богословских дисциплин Вятского духовного училища, и Нурислам Хаджи Касимов, имам мечети города Кирова. Сейчас я в перерыве понял, что у нас тут не на одну передачу набирается вот как раз именно по этой теме. Очень много нюансов, очень много особенностей. Мы продолжим в следующий раз. Давайте, конечно. Продолжать. Но сейчас будем сосредотачиваться все-таки на признаках. Вкратце обозначить. Да, вкратце обозначить, потому что 10 минут у нас. Нурислам Хаджи, вы продолжите. Что нам ислам говорит? Давайте. Ислам говорит о том, что у конца света есть большие и малые признаки. Причем большие признаки, они великие. И когда они начнутся происходить, они, как по образному выражению пророка, как камушки на четках, одно за другим, без перерыва во времени и неотступно. Не остановить... Это прямо так сказано? Да. Без перерыва во времени, неотступно. Не остановить, не изменить. Угу. И первым большим признаком, ученые некоторые говорят, что будет в пятницу, кстати, выход солнца с запада, то есть оно уйдет на запад, как обычно. Затем оно выйдет со стороны запада. Именно с запада. Да, именно с запада. Дойдет до середины неба и уйдет обратно. Это будет такой кардинальный признак конца всего, когда даже свидетельствование веры Богом уже не будет приниматься. Просьба о покаянии, о прощении грехов не будет приниматься. Это слишком явный признак. Угу. Затем начнутся большие признаки уже будут. И приход Даджаля обязательно. Антихрист, который... смутит разум людей. Он не сможет ничего сделать с сердцем, наполненным верой, но смутит разум, логику людей. Как так-то? Он будет делать явные чудеса и говорит, я же ваш Бог. Признайте меня своим Богом, и вы попадете в рай. Он покажет, вот вам река молочная, вода, вот вам река огненная. Выбирайте себе. Верующие люди, ищущие знания, знают, что огненное – это искушение. Это райская река будет. А то, что он показал водой, молоком, это искушение, это как раз адская река.
И он будет наоборот. Да, он будет много-много чудес делать. То есть черное называют белым, белое черным. Да. Вот это Даджаль антихрист. А мы иногда и в сегодняшней жизни встречаем. Встречаем искушение наше. Мы понимаем, да. Затем, время мало, не отвлекайте меня. Хорошо. Отец Василий должен. Не жена, про 10 признаков успеть. Да, 10. Масих. Масих – это спаситель. Да? В нашем случае, в исламском случае, переход Исы, алейхиссалям, Иисуса. Второе пришествие. Мы обязательно в него верим, оно утверждено Кораном. Оно придет. Вот вы говорите, отец Василий, что мы тут, понимаете, мы почти, что так сказать, это один не почти, в один. Что? Ну, да. Он второе пришествие. Он придет как раз как духовный окормитель паствы верующих на земле, потому что в те времена будут только две категории людей. Сейчас три. Верующие, неверующие и лицемеры. Будут только верующие и неверующие. А куда лицемеры денутся? В неверующие попадут? В неверующих, да. Понятно. Иса, Иисус, мир ему, он будет духовный кормитель паствы верующих людей. Верующих. Будет Махди. Это, как скажем, предводитель, это раис, то есть главнокомандующий общества верующих людей, которые будут воевать с неверующими. Защищаться даже больше, так скажем. Появится Дабетуль-Ард, животное из земли, в Мекке выйдет из земли, это как последний признак, оно призовет людей к вере. Животное, которое не знает само себя, состоящее из разных животных. Вот такое чудо. Угу. И оно перстнем Давида и посохом Моисея, Мусы, алейхиссалям, будет отмечать людей, деля их на верующих и неверующих. Угу. И будут великие сотрясения земли, и великий огонь из Йемена пойдет, который невозможно будет потушить. Это уже признак того, что земля приготовилась к уничтожению всего живого. Да. На ней. Угу. Это великие признаки. А малые признаки, в книгах их расписано порядка 500. Угу. Они все сбылись. Все. То есть, если сейчас в историю возвращаться... То есть, это вот то, что говорят, что... Так, я, там... я на эту тему общался с большими исламскими учеными, я спрашивал, мне очень интересна эта тема. Я спросил, они сказали, вот в разных книгах, преданиях пророка, из Корана, хадисы, толкования Корана и так далее, и так далее. Около 500. Все сбылись уже. Uh-huh. Остались только великие. Даже такой признак, один из последних, что вы о человеке начнете говорить, он появится. Uh-huh. Мы еще говорим признак конца света. Да, слушайте, не пугайте. Так то бывает. Есть человека вспоминаешь, его бывает. Обсуждаешь, о нем говоришь. Мы только что о тебе вспоминали. Он да. Богатым будешь, да, или там да, что нам да, говорят. Да. Но вот перерыв... А богатый от слова Бог, кстати. Перерыв uh-huh. этот нам неизвестен между uh-huh. всеми малыми и началом больших. Перерыв неизвестен. Для Всевышнего нет же этого времени, длительности времени. Угу. Нет такого Он понятия. Же его создал. Угу. И поэтому мы должны использовать каждое мгновение для того, чтобы записать себя у Бога верующим человеком. Отец Василий, в православии, насколько я понимаю, не все так конкретно. Нет, конечно, не все так конкретно, да, но, конечно, признаков. Есть принципиальная разница. То есть второе пришествие Спасителя, оно потому и называется вторым пришествием, потому что Господь Иисус Христос придет второй раз. Вот. И, соответственно, время, когда Он придет второй раз, нам неизвестно. В Священном Писании Христос говорит: «О дне и часе никто не знает, ни ангелы небесные, только Отец ваш небесный». Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, в какой час Господь ваш приедет. Вот. Отлично. Вот. А роль антихриста? А вот антихрист – это фигура, да. Да, фигура, которая относится как раз к возможным признакам будущего второго пришествия Спасителя. То есть Христос сказал: «Не знаете, когда». И говорит: «Не надо гадать». Но опять же есть определенные признаки в Священном Писании, которые Христос сам указывает. Угу. И вот здесь вот интересно, то есть он говорит, что его приходу будет предшествовать явление многочисленных лжепророков, обольстителей, которые будут пытаться отвратить христиан от их веры. Искушать.
Да, то есть отказаться от истинной веры Спасителя. Во-вторых... Чем они будут? Ну вот, и верующие, чем они будут? Ну, разными лжеучениями. К этим лжеучениям можно отнести абсолютно все иные религии, помимо христианства, возникшие, естественно, после. Вот. Дальше. Период социальных и стихийных бедствий. Вот, говорится, то есть это, ну, понятно, что в Евангелии говорится, то есть не останется камня на камне, то есть будут большие разрушения. Mm-hmm. Так. Вот. И, наконец, третий признак – это то, что, точнее, еще один признак – это то, что христиан будут гнать. То есть начнется большое гонение на христиан, на тех, кто не захочет отказаться. На христиан вот. Или на верующих? Но речь идет о христианах. О христианах, да, именно христиане фигурируют, да? В тексте фигурируют как христиане. Как христиане, конечно. Их будут предавать на мучения, убивать. Вот. И также еще одно указание в Евангелии есть о том, что Евангелие, вот сама вера Христова, будет проповедана во всем мире. То есть весь мир узнает о том, что Христос есть Господь. Это вот это важный признак. То есть никто не сможет потом сказать, что я не знал, меня это не касалось. А, да? Прям вот каждому вот вложено будет. Важная в особенность, да. То есть, понимаете, суд над теми, кто не знал, это совсем другое, чем суд над тем, кто знал и отверг. Вот. И вот эти вот признаки. И если, конечно, мы посмотрим, то если посмотрим на человеческую историю, то все эти признаки уже так или иначе, в той или иной мере мы можем так или иначе соотнести. Увидеть эти взаимосвязи. Гонения на христиан, да, было очень много в разных странах, в разное время. Так это в разные времена. Да. Вот. Социальных и политических катаклизмов у нас тоже было. Каждый день мы из новостей слышим о каком-нибудь... Уровень бедности 20 миллионов человек в стране. Ну и вот есть еще один персонаж, который тоже является признаком пришествия. Буквально полминуты у нас. Да. Это тот самый Антихрист. Вот в святоотеческой литературе было указание, что это возможно, опять же, мы не знаем об этом в Священном Писании, но это предположение было, что это будет, возможно, какой-то политический лидер, который будет обладать колоссальной властью, вот, и который сначала придет под видом праведности. Законного. Вот, а затем, когда он получит власть, начнет гонение на Христа, и главным условием будет отказаться от Христа. И веру, и, соответственно, люди разделятся на тех, кто сохранит верность Христу, и тех, кто соблазнится и уйдет за ним. И уже второе пришествие придет тогда, когда уже сам Христос придет и уничтожит власти антихриста и греха. То есть лицемеры станут неверующими. Власть антихриста и греха. Уж не Порошенко ли это? Мы сейчас не будем проводить аналогии конкретных. И власть. На антихриста претендовали очень большое количество людей. Вот нам четко сейчас нужно уходить из эфира. Давайте договоримся, что мы продолжим эту тему. Обязательно, да. Напоминаю, что программа «Союз с нерушимой» выходит по пятницам в 13 часов с перерывом в 2 недели. Большое спасибо. Мы только вот чуть-чуть только начали обсуждать эту тему. Чуть-чуть. Самая капелька. Еще раз у отцов просим прощения, что мы задеваем такие темы, которые 36 минут мы не укладываемся. Да. Священник Василий Песцов, Нурислам Хаджикасимов. Спасибо большое. До новых встреч. Всего доброго. Всем здоровья. Всем здоровья. До свидания. Мир вам и милости. До свидания. Союз нерушимый.